Здравствуйте, друзья. Живу в Сибири, в Хакасии. И вот сейчас только закончился дождь. Посмотрите, какие еще капли на цветах. И у меня просто сразу возникла идея показать вам, какие все-таки устойчивые петхоа. То есть, как мы называем это, петунья. Ну, это петунья, петхоа называется. То есть, первая часть слова пет, вторая часть хоа. То есть, петунья с калибра хоа скрещенная. Поэтому называется петхоа. Вот, посмотрите, прошел дождь, вся она мокрая, все цветы стоят. В отличие от петунии сурфини. Посмотрите, она вроде и цветы чувствует себя неплохо, но они такие, как тряпочки. Вот петхова. Вот, посмотрите, тоже все замоченные водой. Все. А она стоит и стоит. Даже хоть бы что. Ветер дует, она стоит, как тот мальчишки-мальчиш, или как из сказки. Дождь идет, она стоит. И, в общем, все ей нипочем. Ни ветер, ни дождь, ничего. Вот, посмотрите, петунья. Как она вся. Прямо все листочки у нее поникли, пожухли сразу же после дождя. Я недавно только ее обобрала. Все цветочки плохие, цветшие, помятые. И вот она опять вся вот такая. Она, конечно, одни цветочки приходят в негодность, другие здесь же распускаются. Это все понятно. Но дело в том, что она-то неустойчивая. Вот, тоже петунья. Ну, конечно же, неустойчивая. А сейчас покажу я вам опять еще петхоа дальше. Сейчас покажу им петхоа дальше. Вот петхоа бордокс. Стоит хоть бы что. Хоть бы что. Вообще. Ну вот просто прелесть. Ну что за такие цветы? Я не знаю. Вот еще чинамон. Ну здесь вот один цветочек. Он, по-видимому, уже отцветает. А так она прекрасно чувствует себя. Ну вот еще там вдалеке у меня один цветочек. Вот, там тоже санрай пинг. Прекрасные цветы, устойчивые к непогоде. Вообще, просто прелесть. Я не так давно о них снимала ролик. Одни петхоа показывала. Вот видите тоже какие. Ну, тут как тряпочки делаются. Это вообще неустойчивые. Вот эти еще устойчивые. Мелкоцветковые такие. Цветочки, такая петунья. Вот. Недавно вам делала, с 5 на 10 говорю, обзор моих петхоу, говорила их названия все, как они называются. Ну, сейчас повторюсь. Это бордокс, это, как я уже сказала, чинамон, ту я назвала санрай, пинг, так, дальше, который я вам показывала. Это ванила френч. Ой, ну какая прелесть это вообще. И золотая карамель. Это все серия блютикан. Вот так, друзья. Все-таки есть петуньи устойчивые, а есть и неустойчивые. Вот это вот более устойчивая такая. По-моему, это, наверное, тоже крезитунья. Она более устойчивая, чем вот соседки ее. Это вот. И вот эта соседушка, совсем неустойчивая. Вот. Ну, тайдалы, они тоже не очень, так сказать, устойчивые, но все-таки получше, чем крезитунья. Вот так, друзья, вам показала все петунии, которые устойчивые и неустойчивые к непогоде. До свидания. С вами была Наталья Гелюзудинова и мой канал «Делимся опытом взаимно». Пока-пока.